На этих фотографиях, которые сделали полицейские, то, что обнаружили оперативники в так называемых тайниках-закладках, а также дома у подозреваемого. 36-летний бузулучанин, сам употребляющий наркотики, фасовал и упаковывал героин, а затем распространял пакетики на территории Сорочинска, Бугуруслана, Бузулука. Для связи со своей клиентурой подозреваемый также тщательно продумал схему оповещения и оплаты. Подозреваемый приобрел в соседнем регионе более 20 сим-карт, разослал своим знакомым наркозависимым лицам сообщения с предложением о приобретении наркотических средств. Также в сети интернет на сайте платежной системы зарегистрировал свыше 10 счетов на посторонних лиц. К незаконной деятельности подозреваемый привлек 18-летнего родственника, который помогал делать тайники-закладки. Всего же в ходе осмотра дома полицейские изъяли более 30 граммов героина. Установлена причастность к 79 эпизодам преступной деятельности.